Я сам с Ростова, я вообще подкидыш, и мог бы быть с каких угодно мест. И если ты, мой бог, меня не выдашь, тогда моя свинья меня не съест. Живу везде, сейчас, к примеру, в Туле. Живу и не считаю ни потерь, ни барышей, и с детства помню детский дом в ауле республики Чечен и Ингушей. Они нам детских душ не загубили, делили с нами пищу и судьбу. Летела жизнь по лохом автомобилей и влетала с выхлопом в трубу. Я сам не знал, в кого я воспитаюсь, любил друзей, костей я ношу. Теперь чуть что чё за нож хватают, которого по счастью не ношу. Как сбитый куст я по ветру волокся, питался при народе, помня злоно и добро. Я хорошо усвоил чувство локтя, который мне совали под ребро. Бывал я там, где и другие были, все те, с кем резал пополам судьбу. Летела жизнь в плохом автомобиле и влетала с выхлопом в трубу. Нас закаляли в климате морозном, нет никому ни в чем отказа там. Так что чечены, жившие при Грозном, наплелись Кавказа в Казахстан. А там Сибири лапа для протопреев, скопление народов и нестриженных плечей, где место есть для зэков, для евреев и нет истребленных басмачей. Фанатыри, что надо бы намыли, нам там ломы ломали на горбу. Летела жизнь в плохом автомобиле и вылетала с выхлопом в трубу. Мы пили все, включая политуру, и лак и клей, стараясь не всполнуть. Мы спиртом обманули пулю дуру, так что ли умных нам не обмануть. Пью водку под орехи для потехи, коньяк под плов с узбеками по ихнему пилам, в Норильске, например, в горячем цехе. Мы пробовали пить стальной раскол, мы дыры в деснах золотом забили, состарюсь, выйду, денег на скребу. Летела жизнь в лохом автомобиле и вылетала с выхлопом трубу. Какие песни пели мы в ауле, как прыгали по скалам на гишом, пока меня с пути не завернули, писался я чеченый ингушом. Одним досталась рана ножевая, другим дела другие, ну а третьим третья, треть Сибирь. Сибирь – держава вещевая, где есть где жить и есть где помереть. Я был кудряв, но кудри истребили, семь пядей из-за лысины во лбу. Летела жизнь в лохом автомобиле и вылетала с выхлопом трубу. Воспоминания только потревожья, всегда одно на помощь караул. Вот бьют чеченов немцы из Поволжья, а место битвы город Барнаул. Когда дошло почти до самосуда, я встал горой за горцем, чье-то горло перебятие и другие были не отсюда, но воевали словно за себя. А те, кто нас на подвиги подвели, давно лежат и корчатся в гробу. Их всех свезли туда в автомобиле, а самый главный вылетел в трубу. А самый главный вылетел в трубу.